совершим хлебопреломление, утренняя молитва, включение прямое на ютубе. И я предлагаю прямо сейчас совершить таинство любви, хлебопреломление, причастие, Евхаристия, Божественная Евхаристия. И возьмите соку и приготовьте себе, да. Налейте себе соку. Вот, если нет сока, я просто компот беру. Просто беру компот, или же просто воду наливаю даже. Обычную воду. Беру хлеб, белый, ржаной, неважно какой. Главное, причастие Паки и Паки, напоминаю, что оно совершается не просто, ртом нашим, да, желудком нашим, а совершается сердцем нашим, умом нашим. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя за таинство сие. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Дал нам величайшее слово примирения, слово евангельское. А Евангелие в том, что Иисус Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Он был предан за нас, за наши грехи, наши неправды, за нашу нелюбовь. Любовь была убита за нелюбовь. Чистый за нечистых, святой за грешных. Божеская кровь была пролита на эту землю грешную. Мир, лежащий во зле, распял сошедшую с неба любовь. Планета распятого Бога, как кто-то сказал, негде. Но любовь сошла, это неразделенная любовь божественная, сошла с неба на землю, родилась на этой земле. Вот, кстати, вот уже скоро на днях уже, исторически как раз Рождество Христово, праздник Йом-Труа, праздник Трубного Зова, Рош-Хашана, и осенние праздники начинаются, месяца Тишри. Как раз это связано с Рождеством, историческим Рождеством Иисуса Христа. Хотя обычно по многовековой такой уже антисемитской традиции, к сожалению, христианской, мы об этом вспоминаем обычно в декабре или в январе. Ну, здесь в Украине. И в декабре, и в январе мы Рождество отмечаем и благодарим Бога за родившегося Спасителя. Ну, а исторически это произошло как раз вот в это время. Эти дни были как раз вот перед рождественскими, предрождественскими днями. Christmas time, так что сейчас будем договорить. Вот, время рождественское. Вот, и трансляцию сделаем в рождественскую эту ночь. Вот, ну, посвятим как раз вот празднику Йом-Труа. Во-первых, ночь, да, и потом другие библейские праздники будем осенние праздновать. Вот, я предлагаю как раз вам присоединиться в ночь с 9 на 10 сентября, в ночь на 1 Тишри, получается, новолуние, новомесячие, праздник Рош-Хашана, будем вместе отмечать и тоже преломим хлеб, возблагодарим Бога, споем рождественские гимны. Спасибо Богу за все. Но самый великий рождественский гимн, гимн великой любви, он звучит в нашем сердце. Богу хвала. И вот тело и кровь нашего Спасителя. Самый величайший гимн Рождества. Тело и кровь Иисуса Христа. Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите. Потому что Господь наш Иисус Христос на Голгофском кресте совершил дело нашего искупления. Любовь воскресла. Иисус действительно по-настоящему воскрес, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, чтобы всякий призывающий имя Господне был спасен. Кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, и сегодня, сейчас омывает от всякого греха нас. Я обращаюсь сейчас к тем слушателям, зрителям, кто, может быть, в первый раз подключился к такому, к такой трансляции, или же вообще первый раз слышит о подобном.
Если вы не молились еще к Богу, вот именно словами покаяния, тем более вам надо это сделать, прежде чем совершить таинство это. Ну, возьмите хлеб, найдите хлеб, кусочек хлеба найдите, налейте кусочек, налейте немного воды себе, или сока, если есть у меня вот виноградный сок. Слава Богу, здесь в Украине вот Сандора есть вот такой, покупаю сок для причастия хлебопреломления. Вот, и когда нет сока, я просто воды наливаю, потому что причастие это таинство любви. Это не просто качество вина и хлеба, это качество любви. Мы однажды с детьми здесь, на Черниговске тоже, возле Черниговска, на Малышке мы снимали квартиру в 98-м, получается, году уже. Причастие совершили, Евхаристию. Было лишь молоко и пряники. Все, больше ничего не было. И мы с детьми совершили таинство. Это было таинство, действительно. Молоко и пряники, казалось бы. Мое религиозное сознание, оно просто очень сильно переменилось с тем причастием. Я осознал, что действительно Бог – это любовь. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенной. Благодарю тебя. Благословен Бог наш, всегда, ныне, присно, во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю дух истины, ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, люблю тебя. Благословляю великое имя Твое. Помолимся, друзья. Давайте скажем Богу такие слова все вместе. Слова покаяния, слова тшувы, метаноии. Скажем такие слова сейчас вместе Богу. Бог святой, Бог великий, Бог творец неба и земли, всего видимого и невидимого, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, я прихожу к Тебе с верой, надеждой и любовью. Верю в Твою любовь, надеюсь на Тебя, полагаюсь во всем на Тебя, люблю Тебя. Верю, что Ты отдал Своего Сына за меня, не просто за весь этот мир, не только за всю нашу истрадавшуюся планету пролилась кровь Твоя, святая, но лично за меня, Иисус Христос, Ты мой Господь, Царь, Спаситель, Бог, Иисус Христос, войди в мое сердце, живи во мне, царствуй во мне. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Глубже погружайся в меня, а я погружаюсь в тебя. Слава тебе! В твою святую любовь погружаюсь с головой. Погружаюсь полностью, без остатка. Спасибо тебе, Господь! Я принадлежу моему возлюбленному, тебе, Господь. А возлюбленный мой, ты мой Бог и Царь, принадлежишь мне. Спасибо. Аминь. И давайте скажем такие слова еще. Божий Дух Святой, царствуй во мне, поселяйся во мне, обитель во мне сотворяй, живи во мне больше и больше, слаще и слаще, сильнее и сильнее, крепче и крепче наша любовь, взаимная. Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя.
благословляю великое имя Твое. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Аминь. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь. Благословен Бог, возлюбивший мир и отдавший Сына Своего. Ты действительно, Ава, Отче, отдал Сына Своего за нас. Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, Творец всего видимого и невидимого. Ты отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. И я благодарю Тебя за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую во Христе, дар Твой. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Принимаю тело Твое святое, принимаю кровь Твою святую с верой, надеждой и любовью. Слава Тебе, Господь! Благословен Бог наш! Тело Христово примите, братья, сестры, источника бессмертия вкусите. Аллилуйя! 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 Спасибо. Благодатью я спасен, и это не от меня, это Божий дар. Спасибо, Господь. Благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий святой дар. Ешьте хлеб, пейте плод виноградной лозы. О, тело и кровь Иисуса. Спасибо. Кровь Иисуса омывает от всякого греха. Кровь Иисуса омыла меня от всякого греха. Благодатью я спасен. Спасибо. Я исцелен через кровь Иисуса Христа. О, воскрешен кровью Иисуса Христа. Аллилуйя. Благословлен жертвой Твоей, святой Господь. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Аминь. Аминь, аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Боже. Спасибо, Господи, спасибо. За Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, о, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь Вселенной. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, брат мой, Господь мой, Целитель.
Благодарю, о Дух Святой, ты всегда со мной, Божий Дух Святой. За все я благодарю, за все я благодарю. Аллилуйя! Спасибо, спасибо тебе, Господь, драгоценный, возлюбленный мой, спасибо. Благословляю всех вас, братики, сестрички, дочечки и сыночки нашего Аввы, Папочки Небесного. Благословляю всех вас во имя Господа, сладчайшего Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака и Израиля благословит всех вас, возлюбленные братья и сестры мои. Слава Богу Всемогущему! Благословляю всех вас. Вот, по вечерам в 6 вечера включаюсь на трансляции. Подключайтесь, больше учений будет у нас. Вот, а по утрам в 6 утра подключайтесь в прямые эфиры с хлебопреломлением. Сегодня, да, сегодня у нас затянулась трансляция. Обычно я где-то полчаса, минут 40 максимально так вот провожу эти. Чаще всего с 6 утра до 6.30, где-то так. Вот, подключайтесь. Но самое главное, будьте всегда на связи со Всевышним. Христос в вас, упование славы. Самое величайшее таинство веры. Благословляем всех вас. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.